Если ты увидел, что Аллах одарил кого-то другого имуществом, или знанием, или здоровьем, или положением в обществе, или детьми, или чем-то другим, то скажи... Скажи... Как сказал Аллах Великий Всемогущий? Однако, чтобы ты оставался опечаленным, грустным, каждый раз, когда ты видишь милость Аллаха кому-то другому, огорчился, таким образом ты погубишь себя.